Будем поддерживать любого бизнесмена, который патриот своей страны. Не патриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали. Пусть лучше уедут, потому что они перевернут страну. И запомните, Беларусь не Россия. Власть здесь на колени перед бизнесом не встанет. Думаю, президент России вот после этих событий задумается о некоторых бизнесменах и прочих творцах, один в один как в Беларуси, так и там, которые сегодня переобулись. Вчера улыбались, ползали перед Путиным, сегодня Путин плохой. В Беларуси этого не было и не будет. Мы говорим, государство для народа, власть народная, но мы и должны быть народными, ибо мы превратимся в банановую республику, где каждый гребет под себя. Если мы, вот эти вот богатые люди, чуть-чуть от себя, тремя пальцами по-белорусски отщипнет, как в народе говорят, и даст немощному, ему воздастся. Из-за рубежа обратились. День солидарности. Около 200 предприятий, вот этих вот бизнесменов, закрылись в знак солидарности. И кто они? Они что, дефицитные у нас? Отдельные торговые точечки, отдельные там кафешки и прочее. Я предупредил комитет госконтроля. Закрылись? Не мы же закрывали. И чтобы ни одно не открылось. Поэтому каждый должен думать головой. Я не хочу, чтобы о моем народе говорили. Ха-ха, правильно говорят. Это они не пуганые белорусы. Украинцы нам, отдельно россияне некоторые говорят. Это белорусы не пуганые. Поэтому батька плохой, власть плохая, то плохое. Все плохо. Им надо, чтобы их кто-то пугнул. Я не хочу, чтобы мой народ пугали.